Юрий решил. Они все вот там впереди нас, смотрят, типа. Они там нет. Разве в армии можно насильно вложить дорогу на местности? Ну, видишь, как ее здесь не было? Это Proving Ground, я так понял? Да. Ну да. Прикольно. Фу, дома еще поставили высотные. Вы извращенцы. Ты видишь, как прицел выглядит? Посмотри на него. У тебя фигня для перекрывает весь прицел. Коллиматор прям в мушку смотрит. Это так и должно быть или нет? Только вниз мушки получаются. Я снял. Дорогу враг перебежал слева. Куда, налево, направо? Драк перебежал справа, налево. Мы туда пойдем? Где машина стоит, там они резаются. Это я понял, мы туда пойдем? Я хотел бы обойти ее, естественно, на почву. Я попробую до двухэтажных панельных панелек добежать. Все добежали? Что-то, по-моему, у нас четверо было, где еще один? Понял. Там на балконе в церкви сидит слева. Второй этаж, по-моему. Что хотя бы через забор можно перевозить. Пробег. Не, ну блин, не сложился этот попап. Где, откуда? А, в этой машинке сидел? Угу. Ах ты ж. Мы за ту за машинки сидели. А, они в форме обоих на нашу, типа, и мы этот самый такие, типа, сидим. Я спрашиваю его свои, он такой, да они протянись, мы как по форме свои. Стрел на что-то, хотя пофиг. Может, чего-то что ли есть? Кто? Я до тусим по щам. Меня зверь тоже голову убил. Прикольный городок. Построен из нихрена. Городок мне понравился. Если отключать моделирование, то можно развернуться еще больше. Ну так это будущее, по-моему, для меня большинство. Не везде. Ну да, видно, где-то по лагерь. Церковь такая.
Провин граунд тем более еще ровно такой. Город лучше строить на этом, на взлетополосе. На Чернорай, на Чернораш, на Краснославе где-нибудь. Там много объектов лишнего, а здесь не. Но тут из машины выходить не будет. Только сотый. Он сидит там, отдыхает. Ему нормально. А на балконе пойдет он был. Давил. Сейчас он подойдет, эту дверь откроет, даст ему по щам. Вау. А он не понял, по-моему. Это живой, он просто его пропустил. Стоять и полиция. Он его сейчас свяжет, наверное. Да не будет он связываться. А может быть связать. Вот это было, да. Скажи вот спасибо было, Бисмус, да. Или это Хатап? Из-за Хатапа Бисмус Бладир. А? По тебе двое стреляло. Бладир, стоп, а я... Бладир это последний. Паша, а тебя шум мне не засчитал? Не знаю, арма. Я в тебя так насадил прям из грязничка этого. Чисто двери открылись, Ямон приехал. А я не понял вообще, откуда по мне стрелял. Да тут... А если у тебя DLC-ха это есть, Clash of War? Да. Блин. У меня все DLC есть. Я знаю, что я буду делать. С тобой. Надо будет DLC-ху это взять или... Будем с тобой веселиться. Будем брать этот фургон и просто врываться по щам давай. Там кто сидел за вот этой скорой? Я в плане сидел за скорой. Я нет, вначале я сидел. Я, короче, гранаты кидаю, слышу, кто-то говорит, что получается, в него гранаты не попадают. Я туда закидываю, все отбирают гранаты туда. Я в фургончике, я вообще сидел внутрь. О, чем прыгает? А потому что у него одно колесо под землей. Либо бот, который сверху лежит в анимации, он его это... Вообще пытался бота выжить с машины. А, нет, это из-за носилок, слышишь? Из-за носилок, который там... Ой, из-за капельницы, из-за капельницы. Это она лежит рядом. Так она рядом вместе с этой прыгает. Да, суки он тоже прыгает. Ну, понятно почему. Нет, красиво было. Надо крюк-кошку реализовать как-то. Ну ты вспомнил, у нас же тогда тросики были. Ой, да канатик. Тот тросик нет, тот канат да, но... Ты помнишь, как он работает? Ты прям внутри здания шаришь. А что это на ГТ-шке такая убийство-то? Чё, апик. А, вот это из этой самой сохранить. Есть расцветка. Нет. Имеется в виду, а что она такая большая? Раз, два. А, там два. 3 или 4 этажа максимум. Нет, есть вот эти, сохрани здоровые, которые. Помнишь коричневые? А, ну эти-то тут. Ну вот они. Про панельные пятиэтажки, которые большие? Да. Панель. Да, там разные. А тут 8, тут 8 этаж. У меня одна обойма была просто с одной обоймой людей. Особенно когда у них форма такая же. Я вначале думал, что ты угораешь сидишь. Потом так он письмо с МП-40 там мало что сделает. Уже он ничего не сделает. Я, кстати, тоже помню, что пусть на сохране так же улетел. Он это живой? Это был тактический прием. Сейчас он зайдет в спину. Ладно, он уже не зайдет. Вот это вот глупо, вот это надо подождать. Эй, чё, дурак. Бесланка, дай-ка. Ой, дурак.